означает, что здоровье незыблемо, как эта гора в французских Альпах. Но они ошибаются. Посмотрите на вершину этой горы. Она, как правило, скрыта туманом, облаками. Вот такие знания людей большинства о том, как беречь это самое здоровье. Если они не знают как, вот там есть маленькая горная речушка. Все считают, что именно этим потоком будет уходить здоровье. И тоже ошибаются. Почему? Потому что не знают, как его соблюдать. Посмотрите на рытвины на этой горе. Это как шрамы после болезней. Они показывают, насколько неправ был человек, как он не знал, как предупредить болезни, как их правильно лечить. Если это совсем знания недостаточны, посмотрите на эти растаявшие ледники. Это вечный ледник. Большинство считало, что да, здоровье лет на 800. Посмотрите, во что превратился этот ледник. Многие люди ко мне обращаются именно с таким уровнем здоровья. Если вас эта перспектива не устраивает, если вы хотите все-таки законсервироваться на уровне этой великолепной горы, то есть оставить свое здоровье на подольше, обращайтесь. Контакты вы видите, вы легко можете обратиться по ним. Я врач-фитотерапевт, диетолог Борис Качко, могу вам помочь.